На первенстве России по боксу среди юношей 15-16 лет наш город представляла два спортсмена. Оба они заняли первые места, каждый в своей весовой категории. Готовился долго, да, на чемпионат России. Было тяжело. И ну, тренер помогал во всем, отец, все друзья поддерживали. Ну, к чемпионату России уже был готов, прошли сбор. Ну, ожидал, что, ну, надеялся, что пройдем в финал. И финал тоже был, ну, был тяжелый финал. И, ну, выиграли, держали победу. Спортсменам вручили почетные грамоты от Департамента физической культуры и спорта администрации города, а также памятные кубки и денежные премии. Не остались без внимания и тренеры, ведь по признанию боксеров, без их поддержки победа была бы невозможна. В первую очередь мы сегодня стремимся развивать массовый спорт, соответственно, здоровый образ жизни. И, конечно, показатели, которые дают наши сегодня ребята-спортсмены, они являются стимулом для школьников, которые еще не пришли в секции или занимаются в секциях, но не имеют таких разрядов, таких успехов. И, конечно, каждый стремится к лучшему, смотрит на своих старших сверстников и идут в секции и, соответственно, показывают уже более лучшие результаты. Теперь спортсмены и тренеры готовятся покорить новую вершину. Уже в сентябре ребята в составе сборной России отправятся в Санкт-Петербург на первенство мира по боксу.